в данном случае, и имея в виду то, о чем вы рассказываете, нужно прежде всего опираться при оценке этой ситуации, опираться на данные следствия. 17 уголовных дел возбуждено, и они расследуются. Это вы назвали одного из двух человек, но там уже, по-моему, свыше десятка уволенных. И по ним идут уголовные дела. Вот мы давайте посмотрим, разберемся в этом. Уверяю вас, там нет ни одного заинтересованного в каком-то деле следователя. Ну, где следствие? Мы поэтому и разделили Следственный комитет и прокуратуру. Они не связаны, ни прокуратура, Следственный комитет, тем более места лишения свободы, которые находятся под контролем Министерства юстиции. Даже не под контролем, и под контролем МВД. Хотя все время этот вопрос звучит, что для эффективного расследования нужно как-то вернуть эту пенитенциарную систему назад. Да, проблемы есть. Надо спокойненько с этим работать и опираться на добросовестное, полноценное расследование, во всяком случае, тех преступлений, это явно преступление, безусловно, которые были совершены.